88 тысяч евро. Сейчас с вами будет, друзья, одна новая шикарная квартира, друзья, и шикарный комплекс в городе Аланья, район Газпаша, где есть новый хороший аэропорт, друзья. Так что я очень люблю Газпаша. Оператор, ты любишь? Очень красивый, интересный район, перспективный район, самый главный для будущего, хороший район. Здесь песчаный, хороший пляж, друзья, природа очень красивая. И хочу с вами сегодня именно здесь поделиться одна с мебелью, с бытовой техникой одна, 1+1. Одна квартира на продаже, друзья, хочу с вами поделиться. И, конечно, инфраструктура очень богатая, огромный большой бассейн. Вот здесь есть место барбекю или мангал? Мангал и барбекю. Это... Мангал, место мангал. Здесь еще есть 24 часа охрана, еще детская игровая площадка, друзья, и теннисный корт, баскетбольная площадка есть, гараж тоже. Есть, друзья, элитный, красивый комплекс. Так что давайте теперь поедем, посмотрим, поднимаемся внутрь, какая планировка нас ждет. Поехали! 1+1, 65 квадратный метр, большой балкон с видом на бассейн. Рядом есть школа, рядом есть продуктовый магазин, ресторан, кафе, все. Есть, друзья, сейчас я наблюдаю, посмотрю. Очень удобно, светлая квартира, большой, потолки очень высокие, в самом деле бытовая техника, мебель, все. Как есть, она так продается, только ковры не хватает. Вот это хозяин, да, что-то половину покупает, половину не покупает, не красиво смотрится иногда. Если хотите купить, покупайте все, мебель обставляйте красиво, хорошо. Только ковры нету, вам придется ковры купить, друзья. Так что вот такой кухни, друзья. Это как будет по-турецки? Молодец, уже выучил. Чамашир-макинеси, стиральная машина, духовка. Все это новое. Все новое, друзья. Просто здесь никто не жил, еще купили. Хотят теперь продавать. Почему хотят продавать, я не знаю. Каждый свои истории, какая-то причина, правильно? Просто так что здесь телевизор и есть интернет тоже. Давай, я хочу вам еще показывать здесь санузел. Санузел очень важен. Для тебя важно? Конечно. У тебя дома есть санузел? Туалет есть? Слава Богу, есть. Или соседу ходишь? Так что вот здесь вот такой санузел, достаточно большой душевой кабин. Кабин или кабинет душ? Кабина. Душевая кабина. Видишь, русский очень тяжелый язык, да, русский язык? Да, каждый раз никак не получается. Вот такой пастельный белье и большой огромный кровать. И эта кровать здесь открывается еще, как по-русски, не знаю. И вот здесь открывается, вы можете свои вещи положить еще там. Здесь есть вот такой высокий большой шкаф, друзья. И отсюда тоже выходить можно, балкон. И там тоже, через кухню тоже можно. Вот сразу через балкон вы можете увидеть свои дети. Отсюда можно наблюдать, если у вас дети будут. Вот они здесь купаются, вы здесь можете сидеть, посмотреть. И очень широкий обзор вот напротив, через 150 метров школы. Так что очень хорошо место расположения, в самом деле, друзья. Вы даже можете этот балкон засветить. Получается, у вас еще одна комната, друзья. Здесь кран есть. Я не знаю, в России и другие страны есть или нет. Есть у вас такой? Такого нет. Вот, вы можете балкон помыть. И это очень удобно. Что? Покупаться. И купаться. Так что очень хорошо, удобно балкон. Так что, друзья, с вами был... Компания Arbotoms, и находитесь в нашем канале Arbotoms. Если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, подписывайтесь, друзья. Еще с правой стороны есть колокольчик, нажимайте этот колокольчик оттуда, и вы каждый раз получаете удавление. Удав как? Уведомление. Удав? Уведомление.
Вот это, короче, сообщение получаете каждый ролик. Если вы подписываетесь на наш канал в YouTube, я еще хочу с вами поделиться, друзья, Газпаша. Очень красивый пляж. Очень хороший пляж. Очень хороший человек. Я и Никита. Поехали пляжа. Еще я вам хочу сказать, здесь есть в этом комплексе еще одна квартира, друзья. Короче, одна квартира выходит с видом на бассейн, одна квартира на сад, только. Так что есть варианты для разных кошелек, друзья, 88 тысяч евро. Я под видео добавлю ссылку, вы можете эту ссылку нажимать и оттуда получаете более подробную информацию, друзья. Вот, я вам обещал пляж показывать, Газпаша. Вот такой пляж, песчаный, длинный, широкий пляж, еще огромный, большой парк, друзья, возле пляжа есть, вот здесь ресторан, кафе и детская игровая площадка есть, везде есть вода, даже лунопарк есть. Аппарат показывай везде, хорошо? Итак, что, друзья, природа очень красивая, и морской воздух, климат очень хорошо, именно здесь. Я люблю Газпаша, я люблю здесь жить. Купаться, мы здесь часто бываем, все семья вместе купаемся, друзья. Так что еще я люблю что? Пить. Ты воду пьешь? Конечно, по мне видно большой. Водка бьешь? Нет. Раки пьешь? Нет. И вино бьешь? Только не пьешь? Пиво. Только пиво чуть-чуть. Алкоголь вообще не принимаешь? Какие мы чистые люди, да? Алкоголь нет, не курим. Курить нет, алкоголь нет. Что тебе есть вредный? Шоколад. Вредный много кушаешь? Ну, только это вредно. Хорошо, что это алкоголь. У меня нет алкоголя, у меня нет курить, не курю, не пью, еще не гуляю. Я домашний человек, только на работу, домой, домой, на работу. Вот такой у меня жизнь, немножко скучно со мной. Так что, что делать, я так рожден. Всем удачи, друзья, берегите себя. Если вам интересна именно эта квартира, друзья, мы готовы вам просто онлайн снимать и отправить через Viber, WhatsApp и Telegram. Номер телефона здесь написано, друзья. Так что я вас люблю. Вы тоже любите себя. Я себя тоже люблю. И люблю море, люблю солнце. Люблю просто. Всем пока. Пока.